Собрались мы на Волгу наконец-то. Ура! Ура, да, первый раз. Поедем в Тольятти. Давай, Аксакал, напоследочек, красивые слова. Я еду, чтобы обжухать вот этого наглеца. Ну ладно, ладно. Как козырных с каждой поездки остается все меньше и меньше. Вся надежда на Волгу. Ну ладно. Все, погнали мы. Вот проезжаем одно из самых крупных озер Башкирии, озеро Кандыркуль. Он еще не знает, твой муж, когда везет меня на Волгу, какие последствия его ожидают. Он будет такой грустно ехать назад, вы даже не представляете. Дайте ему успокоительное, уже успокойте этого человека. После позавчерашней охоты он до сих пор не может успокоиться. Я не буду говорить, что я взял. До сих пор у него такое. Да я скажу, чего. Да, мне грустно. Но это дело исправление, исправимое. Время лечит любые раны, Радмир. У меня по-любому больше времени, чем у него. Но женщины лечат эти раны быстрее. Наиль, чувствуешь Татарстан? Ты же татарин. Что скажете по этому поводу? Я сам татарин, это у нас в крови. Скажи что-нибудь по-татарски-то, а? Если бы мы не жили в таких красивых местах, мы не были бы такими красивыми, хорошими, добрыми и ласковыми. Девчонки, приезжайте! Старый смуту наводит, а сам из молодого энергию высасывает, сидит там. Кстати, мы заметили такая тенденция. Как только Наиль начинает медитировать, Алмаз сразу засыпает. Как это объяснить? Ребят, хочу вам еще рассказать, что наш Аксакал, Наиль, один из самых старейших у нас в Башкирии. Поэтому не зря его башкирский Аксакал прозвали в кругах подводных охотников. Как дела, дядюк? Вы, кстати, не поменялись за два года? Пах на Бориса с Серегой. Да, еще можно. Сильно похож. Короче, приехали мы в гости, мы же не могли просто так приехать. Ну, как сказать, золото Башкирии. Привезли вам. Короче, мед вам. Откуда вам?
Приехали мы наконец-то. Классное место, вот Волга. Мы, скорее всего, будем на тех островах плавать. Да, ближе к островам уйдем. Камыши там, протоки есть тоже интересные. Ну, в позапрошлом году были, мы нормально здесь взяли. Надеемся, в этом году тоже фартанет нам. Нифига себе, эту женщину ловил. Да? Да. А как вас зовут? Татьяна. Татьяна, очень приятно, меня Радмир зовут. А вы с этого города, да? Тольятти. С Тольятти. На спине, да, что-то? Да, на спине, нормально. Индирка тоже решила поплавать. Давай, пробуй, Здорово! Привет! Как настроение у тебя? Отлично! Привет! Привет! Мы снимаем видео, как да я обычно. Понял, да. Ты заряжен? Конечно, конечно. Да. Что скажешь, как доехал? Ну, нормально доехал. В трех городах, кстати, да. Бывал. Привет! Ну, ну, что, где можно встретиться? Да. Все, мы готовы. Надерем задницу этим засранцам. Честно говоря, прозрак был ужасный. Метр, полтора, да, максимум. Все слабенько. Но взяли, в принципе, неплохо. Сейчас очка взял. Килограмм на 2-2,5. Я вот чуть-чуть взял. Трешечку. Так, мелочь. Когда еще покажу. Алмаз линя взял, где-то килограмм полтора точно будет. Щучку взял. Ну, ожидали, конечно, побольше мы, что возьмем. К сожалению, вода цветет, прозрак плохой. Что вы скажете о сегодняшней охоте? Ожидание и реальность. Ожидание и реальность. Поплавали! Хорошо. Ну и рыб постреляли, хватит. Пожарить хватит. Сварить хватит, что нам еще надо? А то какая красота. Место поставили. Чего? Скажи, что я сегодня крупнее тебя рыбу поймал. Да! Ну вот и закончилась наша поездка на Волгу. Едем назад. Но, конечно, ожидали большего, да? К сожалению, рыбы на Волге стало намного меньше, чем мы приезжали 2 года назад. И это факт. Ну, поймали мы сколько? 20 килограмм на 4, да? Как раз норма вылова, там плюс-минус 5 килограмм. По закону рыбачили. Да, по закону рыбачили. Поэтому такой трофейной рыбы не было, все в основном до 3,5 килограмм примерно. Ну ладно, мы едем домой. Мы увидали большую воду, да? В общем, поездка довольный. Ну да, нормально.
женщина. Из-за меня мы взяли на корабле хотя бы что-то. Да, 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 вот и беда случилась. Неблагодарные. Да, кормила 2 дня нас. Ну, она же сама подводница, можно сказать, она плавала. Волга цветет, надо или раньше, или сентябрь, октябрь. Да, ну ладно. Мы еще вернемся.